Муниципальное управление электротранспорта Уфы накопило долг по налоговым выплатам в 325 миллионов рублей. Об этом сообщил временный управляющий предприятие. Отмечу, сейчас в МУЭТ введена процедура наблюдения. Заявление налоговой службы о включении в реестр кредиторов суд рассмотрит 17 августа. На сегодняшний день в данный список внесен инициатор банкротства оператора электротранспорта, охранное предприятие «Тополь-М» с суммой долга почти 5,5 миллионов рублей. По словам управляющего, точный размер долга МУЭТ будет определен, когда свои требования заявят все кредиторы, в числе которых, в частности, энергопоставляющие компании. Есть 4 выхода из процедуры наблюдения. Это мировое соглашение, внешнее управление, оздоровление предприятия. Ну и самое для нас неприемлемое – это конкурсное производство, которое я больше чем уверен, что его не допустим. Однозначно администрация города-миллионника также, я думаю, не заинтересована, чтобы мы пошли по пути конкурсного производства. Процедура наблюдения не повлияет на обычный график работы городского электротранспорта, не изменятся и тарифы на перевозку, говорят специалисты. Кроме того, заявлено, сотрудники МУЭТ продолжат своевременно и в полном объеме получать зарплату. Заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 20 ноября.